Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Вылезина. Здравствуйте. Благодаря льготным кредитам от АО КБ «Хлынов» в Приволжском округе удалось сохранить более 15 тысяч рабочих мест. Это результат государственных программ по поддержке предприятий и сфер, наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений, которые реализовывались с целью сохранить рабочие места. Так, программа ФОД 3.0 была запущена в России Министерством экономического развития весной прошлого года и проходила в несколько этапов. Банк «Хлынов» стал единственным региональным банком в Кировской области, который попал в список банков, участвующих в этой программе, и получил право выдавать предпринимателям кредиты на льготных условиях. В течение полугода компании-заемщики могли не выплачивать ни основной долг, ни проценты по кредиту. Затем погашать долг с процентами нужно было равными долями в течение 12 месяцев. Ставка по таким кредитам составляла 3%, что в разы ниже инфляции и ключевой ставки ЦБ, которая в прошлом году поднималась 7 раз. Такими льготными кредитами могли воспользоваться, в частности, представители гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Главное условие предоставления кредита по пониженной ставке – заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора. Программа действовала до конца 2021 года. В ходе нее АО КБ «Хлынов» выдал льготные кредиты на сумму свыше 500 000 000 рублей. Благодаря выданным кредитам в рамках программ ФОД 2.0 и ФОД 3.0 в Приволжском федеральном округе удалось поддержать бизнес, в котором удалось сохранить более 15 тысяч рабочих мест. Таким образом, данные меры поддержки помогли не только бизнесу, но и повысили уровень жизни региона в целом. Люди сохранили свои рабочие места и стабильную оплату труда, отметила начальник управления корпоративного бизнеса АО КБ «Хлынов» Наталья Шаверина. Выдача льготных кредитов по программе ФОД 3.0 от государства сейчас прекращена, но действуют другие госпрограммы. Программа субсидируемого кредитования, программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Также банк «Хлынов» разработал собственную программу поддержки бизнеса, получатели которой не ограничены перечнем наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Подробности на сайте bank-hlynov.ru. АО КБ «Хлынов», лицензия ЦБ номер 254. Программа «Экономика» на 101 FM.